Мы на стенде компании «Метеор Термо». Мы представляем новую линейку оборудования настенных котлов, которые мы презентуем именно в этом году здесь, на этой площадке. Также мы напоминаем рынку о том, что мы являемся производителями промышленной техники, и на нашем стенде также можно увидеть промышленные котлы под брендом «Метеор». Очень важно, что это отличная площадка для новинок, потому что здесь большое количество посетителей со всей страны. Они могут ознакомиться, они могут посмотреть оборудование, они могут заглянуть внутрь, вживую пощупать и, соответственно, увидеть как продукт, так и получить консультацию от наших сотрудников. Сегодня первый день, но уже сегодня практически не протолкнуться на нашем стенде. Все заняты, очень много работы. И это здорово, это значит, что рынок живет и развивается. Важно, что «Акватерм» — это не просто оборудование, это еще и люди, которые создают наш рынок. Я в этом рынке уже 20 лет, и это отличная площадка, где можно увидеть старых знакомых, узнать все новые тренды, технологии, которые приходят на рынок, не только в котельной тематике, но и в всех смежных областях. Это отличная площадка для обмена мнениями и поиска новых решений, новых партнеров. В следующем году мы также планируем принимать участие в выставке. Уже сейчас мы думаем о тех новинках, которые планируем вывести на рынок, и, скорее всего, будем выводить их, конечно, здесь, так как мы компания российская с российским производством. Сейчас рынку важно именно российское производство, замещение уходящих брендов, и я думаю, что это прекрасно.